Политика в футболе. Матч «Барселона-Лас-Пальмас» прошел при пустых трибунах. Это случилось из-за референдума за независимость Каталонии. Встречу планировали отменить, но синегранатовым пригрозили штрафом. Вице-президент каталонского клуба сразу же подал в отставку. Бывшие и нынешние игроки «Барселоны» поддержали референдум и осудили насилие испанской полиции. То, что сегодня произошло в Каталонии, это позор. В демократической стране люди должны иметь право голосовать. Я поддерживаю тех, кто пытается защитить свое право на голосование. В свою очередь игроки «Лас-Пальмас» за единство Испании. Из-за референдума ФИФА может отстранить сборную Испании от чемпионата мира 2018 года. Причина – вмешательство правительства страны в футбол –